Всем привет, с вами Террариан, и в этом видео я расскажу, что будет у меня по планам в этом месяце. Вчера я не снял видео вообще, потому что было как-то впадлу, потому что бесполезно как-то. Ну, сейчас я смотрю видео, чтобы хотя бы что-то было на экране. Короче, по планам у меня снять какую-нибудь другую игру и попробовать снять какой-нибудь шортс. Ну, а еще потому, как у Минакра скоро будет 100 подписчиков, мне Алексей предложил сделать стрим, ну, в честь 100 подписчиков Минакра. Сейчас на экране я, наверное, покажу, какие игры я могу попробовать снять. Их будет много, на монтаже их приделано, а пока что их нет. В комментариях, короче, выбирайте, какую игру вы бы хотели увидеть. И вот за ту, за которую будет больше голосов, то и выбирайте. Что еще можно сказать? Так вот, короче, я решил снять шортс, потому что, когда был в школе, заметил то, что одного из моих одноклассников, который создал канал 2 или 3 дня назад, у него на первом видео было 1,5 просмотров, и это был шортс. Но, а также, это был, конечно, Fortnite, из-за чего, конечно же, может быть, вся эта популярность, но это еще и шортс. А есть наверняка много людей, которые смотрят на ютубе шортс, короткие такие видео. Поэтому сейчас я пойду снимать видео с Минакро, наверное. И из этого видео возьму, может, какой-то забавный или какой-нибудь момент и сделаю из этого шортс. А может, возьму 2 каких-то момента и сделаю шортс. 2 шортса. Ну, думаю, вроде все сказал. А, да, еще кое-что. В конце... Все знают, что в конце этого месяца будут... Начнутся, точнее, летние каникулы. Если я не ошибаюсь, они начнутся 26 мая. А до этого момента, наверное, в выходные я поеду в воскресенье, субботу и понедельник, я буду в деревне, поэтому видео не будет. Поэтому я, наверное, в пятницу запишу много видео и запланирую их, допустим, там на субботу, на понедельник. Но еще я буду по выходным, тогда, когда я не буду в деревне, я, наверное... Я буду в любое время смогу снять видео, а типа в рабочие дни от понедельника до четверга. Я, короче, ну ладно, от понедельника до четверга я буду только снимать видео только по утрам. По причине того, что, ну вообще причина не важна, но вечером я смогу снять только в пятницу и выходные. Но в эти выходные я, скорее всего, уеду в деревню, так что да. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Террариан. Всем удачи и пока.